В столицу России за 2 часа жители Приволжского федерального округа ждут, когда на их территории будет проложена высокоскоростная магистраль Москва-Казань. Состоялось заседание рабочей группы по строительству ВСМ на территории Чувашии. 115 километров – это протяженность участка ВСМ по территории республики. Участникам был представлен будущий проект. Чувашия, как участник международной логистической цепи, получит дополнительные точки роста. В числе основных преимуществ – новые рабочие места и возможности для промышленного сектора и деловой активности населения. Последствием такого рода эффектов может стать развитие социальной инфраструктуры и развитие инфраструктуры для проживания и отдыха. Мы оценили также эффекты ускорения межрегионального пассажирского сообщения, провели опросы, которые показывают, что для бизнеса такого рода возможности в первую очередь дадут выход на новые рынки. Предполагается, что в Чувашской республике ВСМ пройдет по территориям Ядринского, Маргаушского, Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов. Будет удобнее ездить в командировки и на отдых. Поездка займет всего 1 час вместо 1 дня. Да и денежных средств уйдет меньше. Председатель кабинета министров Иван Моторин, подводя итоги совещания, призвал коллег оперативно поработать с документами по проектированию строительства ВСМ. До конца года необходимо сдать их на государственную экспертизу. Татьяна Трофимова, Сергей Адушкин, Республика.